Одна из самых плохих, по мнению и местных жителей, и профильного департамента дорог в регионе, будет отремонтирована в начале сентября. По контракту на трассе Борисоглебское-Зачитье. Работы должны закончиться в конце августа, но пока подрядчик в сроки не укладывается. Впрочем, это единственная претензия к фирме, в остальном вопросов к исполнителям нет. Сейчас осталось лишь уложить 6 километров верхнего слоя, на что уйдет чуть больше недели. А также благоустроить обочины, поставить остановки и доделать работу до конца. На сегодняшний день работает больше 20 единиц техники, автотранспорта и специальной техники. Около 30 человек людей задействовано на этом проекте. Мы сегодня укладываем верхний слой асфальта, и у нас уложено 70%. Контроль со стороны ярдорслужбы осуществляется ежедневно. Вот вы видели, технадзор здесь, он присутствует каждый день на объекте. И при каком-то новом виде работ, значит, у нас закон такой, пока не сдан, например, песок, не приступает к другим видам работ. Эта дорога ремонтируется по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Выделено больше 159 миллионов рублей. У этого подрядчика есть еще три объекта в рамках нацпроекта, один из которых уже сдан. Всего же в 2020-м должны привести в порядок 20 дорог. На данный момент из 20 областных дорог сдано 12 всего, остальные 8 в работе. Ну, из этих 8 в высокой степени готовности у нас 3 объекта. И думаем, что до конца августа 2 мы введем гарантированно. И ну, если коллеги постараются, это у нас будет третий издаточный объект в августе.